Галина, доброе утро. Ну, почти просохли, но досушивать уже будете дома ваши глобусы. Ну, я сейчас упакую пупырочку. Все, упаковала. Ну, сейчас пойдем искать Карку. Так, прервалась-то запись. Две отправлю, в общем, двойную коробочку, как всегда, сделала. Легли они очень хорошо. Ну, и сейчас сверху тут еще что-то наложу. Мне, к сожалению, уже коробочку, может, какую-то пожамкой положу. Все, Галина, распотрошила коробку, просто ее пускай не навела. Сейчас запакуем и посмотрим. Все, Галина, вот так упаковалась. Ну, небольшая легенькая посылочка. Вам огромное спасибо за заказы. Очень приятно мне смотреть на ваши работы. Желаю вам моментальных продаж. Ну и как всегда, жду фотографии, как вы обыграете глобусы. Спасибо вам за заказ еще раз. Хорошего дня. Светлана, доброе солнечное утро. У нас солнышко. Так, все, сейчас буду, ну, общую кучу покажу тебе также в пупырке. Сейчас буду все упаковывать. Светик, здесь сапожки поедут. Сейчас я тут еще что-нибудь положу. Ну, а это вот круговик колбасятина накрутила. Наверное, сейчас в Валберской коробке поедет, я так думаю. Посмотрим. Вот такая карабинция. Валберская, ну я помню, как ты с ребятишками тащила коробку. У меня волосы дыбом. Тогда и не на тачке, она какая-то. На самокате ребятишки твои ее перли, там такая дешевая была карабинца. Ну все, не знаю, останется место, не останется, ну посмотрим. Сейчас буду упаковывать. Светик, вот так получилось, внизу там коробка стоит. Это глобусы поедут. Сейчас здесь что-то положу тоже вот здесь, чтобы закрывалось уже, не болталось тут хорошо. Так, а здесь? Ну а здесь, наверное, поставлю коробку пустую, потом выбросишь ее просто. Вот так получилось. Все, Светик, вот две коробочки идеально встанут, закроются, болтаться ничего не будет. Ну и здесь. Сейчас упакуем. Ой, закрутим. Все, Светик, посылочка готова. Ну, тяжеловастенько. Ну, у тебя такая команда дружная, что ты довезете, донесете. Как всегда, хочу поблагодарить тебя за заказ. Работаю с удовольствием, с кашпо, который ты приобрела. Ну что, в ленте буду любоваться и смотреть, как ты собираешь. И, конечно, быстро тебе продаж. Ну, как всегда, если вдруг надумаешь, приходить еще, приходи. Я рада всегда заказам и вам. Все, хорошего настроения, хорошего дня. Отнесу сегодня на 12:30, записалась. Сегодня вторник.